Когда вся жизнь моя шла под откос, петлей душила горькое унынье, из рва греха меня Господь вознес, открыв мне искупление в Божьем Сыне. Небесной пробы Божья доброта для новой жизни подарила силы, а кровь из ран распятого Христа совсем без слов ко мне проговорила. За милости дарованные мне я заплатить не в силах, святый Боже, но капли крови Сына на кресте мне все дороже. И плавясь в очистительном огне, я в изумлении застыла тихо. Голгофа озарила душу мне из тупика, показывая выход. Когда же свет проник ко мне сквозь тьму, в распятом я одно понять сумела. Любовь непостижимую уму, которая меня простить хотела. Меня окаменевшую во зле, порочную в упрямстве и гордыне, те капли крови на сухой земле соединили с Богом в Божьем Сыне. За милости дарованные мне заплатить не в силах, святый Боже, но капли крови Сына на кресте мне все дороже. Заплачена высокая цена за грязь мою, за все мои потери, и даже вечность в небе мне дана лишь потому, что Иисусу верю. За милости дарованные мне я заплатить не в силах, святый Боже, но капли крови Сына на кресте мне все дороже.
листе, мне все дорога.